Здравствуй, любимая! Садовник Бюнзов – счастливый человек. Он имеет возможность приютить мою возлюбленную. Почему я не стал садовником или поэтом вместо врача? Предложил бы услуги работать в твоем саду не спеша. Говорить моей маленькой принцессе доброе утро, просить поцелуй за букет и ждать согласия чуда. Но я отправил письмо не садовнику Бюнзову, а тебе, моя дорогая, моя Корделия Мертхен, моей судьбе. Твоя ангина уже прошла, и ты воспримешь это письмо благосклонно. Будет мило с твоей стороны, надеюсь, ты ответишь непреклонно. В противном случае я подумаю, что тебе неприятны письма мои. Если тебе нужны деньги, то напиши. Моя дорогая, только скажи, не допускай слишком сильного заласкивания горлышка шарфами. Не переусердствуй, закалка укрепит здоровье и с дождями. Я радуюсь твоим весточкам и надеюсь, ты хорошо питаешься. Отдыхаешь в саду и осеннему теплому солнышку радуешься. Сегодня жаркий, мучительный день, я впал в детство. Валюсь усталость, пошел к Брейеру, чтоб дал средства. А у него болела голова, он отправил меня в ванну. Оттуда я вышел помолодевшим, получил небесную манну. Моя Мартхен одобрила бы мой визит, девочка моя. Долгие годы я буду нуждаться в тебе, белочка моя, не рассчитывая на чудо, кроме как на возможность всегда всю жизнь быть вместе с тобой. Thank you.
еще не проснулся окончательно.